Тем временем в Министерстве здравоохранения заверяют, что ситуацию с коронавирусом держат на особом контроле. В Минздраве напоминают, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции населению необходимо соблюдать все меры профилактики. Часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом, избегать мест массового скопления людей, избегать контакта с больными людьми. В случае появления симптомов простудных заболеваний, повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле, необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом. Официальная информация предоставлена на странице Минздрава в Фейсбуке. По всем вопросам казахстанцы могут звонить в круглосуточный колл-центр по номеру 1406.